немедленно задействовать процедуру выхода из Евросоюза и тем самым выполнить волю британского народа, призвали официальный Лондон депутаты Европарламента, собравшиеся во вторник на экстренную сессию в Брюсселе. За соответствующую резолюцию проголосовали 395 депутатов, против 200. Как напомнил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, игру должна начинать Великобритания. Я призываю правительство Великобритании, позже сегодня я переговорю с премьер-министром, хочу заметить, что британцы останутся нашими друзьями, несмотря на итоги их референдума. Так вот, мы должны призвать власти Великобритании прояснить как можно скорее ситуацию, потому что мы не можем и дальше пребывать в полной неопределенности. Великобритания — это маяк для всех демократий Евросоюза, и она не будет последней страной, которая покидает сообщество, заявил в свою очередь лидер партии независимости Соединенного Королевства и один из лидеров кампании за выход Великобритании из ЕС Найджел Фараж. «Почему бы нам не продемонстрировать прагматизм, здравый смысл, ответственность и реализм», — заявил он, обращаясь к Европейской Ассамблее. «Давайте создадим зону беспошлинной торговли и признаем тем самым, что Великобритания остается другом и партнером Евросоюза. Давайте будем сотрудничать и останемся лучшими друзьями в мире». Как отмечают наблюдатели, пока Лондон не начал процедуру выхода из ЕС, ничто не мешает британским депутатам заседать и дальше в Европарламенте. Тем не менее, некоторые из них уже дали понять, что не собираются принимать решений, которые больше не касаются их страны.